Да нечего тут комментировать. Хотелось бы перед болельщиками извиниться за такое недоразумение. Даже не знаю. Не знаю, как даже это объяснить. Такая же команда, как и мы. Не знаю. Сейчас, думаю, с мужиками все поговорим. И не допустим больше такой игры. Да, игра вроде хорошо складывалась. Все. Забили сразу быстрые шайбы. Потом в обороне надо понадежнее чуть играть. Ну, шайбы там хорошо отдали, попало все. Как бы партнер хорошо отдал. Ну, рад. Забил. Да, главное, чтобы команда побеждала и выигрывали матчи. Ну, прежде всего, в обороне надо на ноль играть. А голы — это уже так, дополнение. Да, главное не расслабляться, настраиваться так же, как сегодня настраивались, потому что Горняк — непредсказуемая команда, как они могут как крупно проиграть, так и выиграть. Так что никакого расслабления не должно быть. Также настраиваться и побеждать.